Всем привет! Сегодня мы приготовим простой сытный мужской салат. Почему мужской? Потому что женские салаты более легкие и малокалорийные. Для приготовления этого салата нам понадобится картофель, отваренный в мундире, полукопченая колбаса, фиолетовый салатный лук, маринованные огурцы, укроп, соль, черный молотый перец и майонез. Салат готовится буквально за считанные минуты. В глубокой посуде смешиваем крупно нарезанный картофель, крупно нарезанную колбасу, крупно нарезанные огурцы. Добавляем нарезанный полукольцами лук, измельченный укроп. Салат слегка присаливаем. Добавляем по вкусу черный молотый перец. По вкусу заправляем салат майонезом. Хорошенечко все это перемешиваем. Салат готов. Перекладываем его в салатник и сразу же подаем его к столу. Я надеюсь, что вам понравится такой простой, вкусный, брутальный салат. А у меня на этом все. Всем приятного аппетита и пока-пока!